Каждое семейство должно послать войска по одному мужчине. Наш мир Мулан настолько богат. Костюмы, краски, живые пейзажи. А еще мы собрали самых замечательных актеров. Во главе с Лю Ифэй. Никто другой не сыграл бы так Мулан. Она чудная актриса. Но это не единственный ее талант. Она прошла изнурительную физическую подготовку. Теперь она мастер боевых искусств. С каждым разом Лю Ифэй поднимала планку все выше. И это вдохновляло всех нас. Одним из любимых моментов съемки был день, когда мы снимали выступление Донни Йена. Как генерал Тунг, он показывал солдатам, как надо владеть мечом. То, как он вращал мечом, это было так быстро, что мне пришлось переснять это еще раз замедленно, чтобы понять, что он делает. Он удивительный. Это широкий взгляд на важное событие. И я очень счастлива, что у нас получилось так эпично раскрыть историю о Мулан. Я принесу славу нам всем.